Ах ты ж, ёперный театр! Это я удачно зашел. Осторожней. Ой, извините, я вас не заметил. Чувствую запах мужчины. Я вас с утра. Вчера. Здравствуйте. Здравствуйте, красивый господин. А тут у вас... Большой ассортимент. King Size ассортимент. 50 оттенков ассортимента. Хотите взглянуть на новинки? Есть змея. Почти неиспользованная. Что ты себе позволяешь? Рекламирую тебя, дурында. Выглядит как новая, отличная, кожаная змея. У вас тут нелегальный бордель, что ли? Обижаете. Магазин для укрепления семьи и создания новой, если ваши вкусы весьма специфичны. Кто впустил кошку? Опять пробралась. Что у тебя? Мужчинка, мужчиночка, спасите меня! Катись отсюда, приблуда! Надеется, что кто-то купит ее как объект для любовных утех, а покупатели возмущаются, что все товары в шерсти. Вытерли вы их, бросьте! Зовите сюда своего начальника, обсудим с ним законность торговли интимными товарами и услугами в этом районе. Походу, это я вижу чудо из чудес. У него во лбу это. Нет, дорогой, это у него там же, где у тебя. А во лбу у него рог, и он отрезался похож. Зачем ты ему кланяешься? Не могу пойти против природы. Как мило, наш гость девственница. Да? Нет. Единорожий радар не ошибается. Мы преклоняем колено только перед девственницами. Значит, он сбоит. Конкуренция высокая. Где девственница? Отойди, мужик. Хочу посмотреть на настоящую дев... Ой! Здорово, братан! Сколько лет, сколько зим! Дай подружке головку перегрызу. Он мой! Мой! Как сам? Почему жив? Где девственница? Да что за клуб непорочных зайцев? Женщины в нем будут или нет? Ты! Да ну нахрен! Начальник, не уходите! Красивый господин хочет поговорить с вами об этом, как его, об оказании интимных услуг. Как щедро с его стороны! Ни о чем таком я не собирался. Вы тут незаконно торгуете товарами для взрослых. Вот что? Да ладно! Чего такая переориентация деятельности? Что, модные делишки под прикрытием зоомагазина перестали приносить доход? И тебе привет, Леон Оркот. Вежлив, как всегда. Как ты вообще нашел этот магазин? Случайно мимо проходил. Думаешь, если слово «пет шоп» слово «пет» зачеркнуть тремя эксами, его деятельность не будет очевидна? По документам мы магазин с кабинных товаров. Очень добротные веревки. Лебежи, сколы. Товары для горного спорта. Плетки, стремена, седла, сам постелю. И детские игрушки для детей старшего, еще более старшего возраста. Только на мягкие, подушевые наручники. Для мужчин при исполнении. Вы меня за дурака держите? Да. Шла в воз. Здравствуйте, мои милые. Мадам, вам как обычно? Вы, душечка, знаете мои вкусы. Подберите что-нибудь поострее и попупыристее. И что-нибудь свеженькое покажите. Вот это, это и, пожалуй, это. И вот это экземпляр. Дорогучка, где вы его взяли? Беру не глядя, только пощупаю. Мадам, это не товар. Как живой. Гражданочка, это домогательство? Боже, он говорящий. Наверняка еще и полностью функционирующий, а? Я лично не проверял, а зря. Мадам! Он не продается. Вы шутите, Ди? Плачу любые деньги. Хозяин, соглашайтесь. Ах, вы коварный, набиваете цену. Так и быть, зайду завтра.
Стойте. Могу предоставить его на тестовый период. Что? Пойдем. Пойдем, мой норовистый жеребец. Гражданочка, это противозаконно. Отпусти его, Шмаровозина. Он мой. Нет человека, нет проблемы. Этот мужик нам не в масть. Если он вернется, то прикроет нашу лавочку. А если не вернется, то лишится и постоянной покупательницы. Нафига ей весь наш ассортимент с таким мужиком? А давайте сработаем на движение и сожжем эту хибару чертям собачьим. И где мы будем жить? Господа, не волнуйтесь, у меня есть бизнес-план. Я великолепно выгляжу. Вы тоже работоспособны. Мы в районе красных фонарей, и без работы я вас не оставлю. Ну, красные фонари тут потому что стройка вообще. И магазины на строительном вагончике. Давайте лучше продавать самцов. Видели, какой на них спрос? Замечательно. Где мы их возьмем? Есть тут два невостребованных экземпляра. Где этот? Что, кланяться все еще тянет? Братан, поздравляю! Начальник, твой хахань пришел! Ты? Дежавю. Так думаешь, иди мне. Ты не человек, а грубое животное. Я не взял с нее ни цента. Я тебе покажу, какое я грубое животное. Давай, братан! Ах, наконец-то я перестану преклонять колено. Как артрит заработать недолго. Где мой мужчина? Всю жизнь задаюсь тем же вопросом. Он сбежал. Неудивительно. Вы! Фразы дня. Мадам, я очень сожалею, что вам достался этот нестабильный образец. Возможно, вас удовлетворит что-нибудь из наших новинок. Нет, ни в чем я не найду такого удовлетворения, как в том прекрасном, грубом животном. Даже в этом мерзком скрине не слышится его голос. Хозяюшка, хозяюшка, не расстраивайтесь. С вашими денежками мы купим что угодно. Сумочку, машиночку и нового мужчиночку. Быстро ты личную жизнь наладила. Завидуй молча, человек-воробей. Я теперь буду есть элитный корм, а ты человеком-муравьем. Да я его случайно склевала. Благодарю за содействие властям. Да? Да, вы же спасли человека при исполнении от посягательств на честь и достоинство. И сами же к этому подтолкнули. Так что теперь вы задержаны и за это, и за торговлю людьми. И потом еще что-нибудь придумаю. Наручников у меня при себе нет, но у вас наверняка найдется что-нибудь подходящее. А то! Ах, я забыла свою сумочку. И не зря. Так вот, какие у вас отношения. Мадам, вы не так поняли. Братан, беги, я перегрузу их в лодку. Дайте мне на нее вскрыть. Отвалите от хозяюшки. Нет, продолжайте. А я посмотрю. Мальчик, принесите эти стульчики. Сними их с меня. И все остальное, да помедленнее. Это здесь не надо. Кто-то говорил, что не торгует интимными услугами. Я и не торгую. У кого ключ? А ну-ка пойдем. Куда? Наружу. Поймаешь какого-нибудь медвежатника с отмычкой, чтобы это снять. Я с вами. Лови. Я же это, хищник. Солнце разбежалось. Ах, как жаль. Мадам, не хотите ли войти в долю начинающего, но очень прибыльного бизнес-предприятия? Опять судя не пришли. Я же говорил, дорогая, что без работы не останетесь.